армлифтинг – это такой вид спорта, который, в принципе, требует очень мало времени на подготовку, потому что процесс восстановления предплечья вот, на кисти, он очень долгий. Здесь результат напрямую зависит от силы связок. Тут размер, как раз таки, как таковое, значения особого не имеет, потому что выходят большие дядьки, мало поднимают и потом удивляются, не понимают почему. Почему для меня он удобен? Потому что я совмещаю свой спорт, притом, судя по результатам, профессиональный, со своей постоянной работой, со своими постоянными увлечениями. Вот так вот. По поводу непосредственно именно этого чемпионата, я для себя сделал вывод такой, что независимо от того, какой роллинг поднимаешь, то есть ориентироваться на свой предыдущий результат нельзя, если роллинги разные. То есть, грубо говоря, я поднял 130,5 на чемпионате России, сегодня я поднял для себя очень смешной вес, 110 кг. То есть, но единственное, что меня очень сильно радует, то что в этих условиях все спортсмены в армлифтинге соревнуются в одинаковых условиях. Поэтому даже при этих условиях получается один из сильнейших армлифтеров России, и, в принципе, мира. И для меня это очень, мне это очень приятно. Мне это льстит как спортсмену, потому что мой результат – это плод моих тренировок и вообще моих задач, которые я сам себе выставляю. Имел счастье участвовать в Финляндии, в нескольких еще других странах по этому виду соревнований, и их уровень с нашим уровнем соревнований, который проводится в России, это ни о чем. То есть ни призового фонда, ни качества медалей. То есть медали, грубо говоря, куплены в производственном цехе, который их штампует десятками. У нас сейчас медали, грубо говоря, эксклюзивные, их делают определенную партию под определенный чемпионат. Естественно, для меня, как для спортсмена, это очень приятно, потому что это единственное, что остается после соревнования. Это воспоминания, это какое-то твое звание потом, аналог этих всех историй, и, грубо говоря, это медаль.